Школьники как следует отдохнули на осенних каникулах и уже приступили к учебе. Но не стоит забывать про коронавирус. Он продолжает распространяться и набирать обороты. Хотят ли ульяновцы перевода на дистанционное обучение? Спросим у прохожих. Лучше дистанционно или очно обучаться? Как вы считаете? Я считаю, что нужно очно. Дистанционно – это просто не учеба. Это нужно увольняться родителям, учить детей, покупать технику, нервничать, психовать. Но это не образование. У меня у самого ребенок сейчас в школе учится, и если мы перейдем дистанционно, не знаю, результативность, мне кажется, будет очень маленькая. Нет, точно, я за очно. А почему? Ну, потому что знания только из уст в уста передаются, никак более. Конечно же, очно. Я музыкант, мне важна практика. А на чем играете? Я саксофонист. Нет, разумеется, только дистанционно. Потому что такой коллапс происходит в городе, разумеется, инфекция не должна распространяться. Да что все-таки лучше дистанционно. Потому что очень много детей заражается, я сама учусь, и очень много заражается. Мы ходим больные. Поэтому, мне кажется, лучше дистанционно. Особенно начальным классам необходимо поначалу просто научиться учиться, поставить систему образования. А классы, которые сдают ЕГЭ, они должны прийти к пониманию, что их ждет дорога в будущее. Наверное, привычнее-то всем очно, да и знаний побольше будет, если очно. Но в связи с обстановкой эпидемиологической, наверное, лучше заочно. Лучше очно. А почему? Дисциплинирует. Дома развал полнейший. Конечно, мне кажется, непосредственный контакт с учителем. А почему? Во-первых, не знаю, это как-то сближает в конце концов, да, какое-то это общение живое, а не... Но это со стороны моего как бы взгляда. Я думаю, лучше дистанционное, чтобы детей не подвергать вот этой вот ужасной болезни. Пусть лучше дистанционно. Сейчас у всех, по-моему, компьютер, планшеты, это все есть. И доступно детям, я так думаю. Из Праги, из Чехии. Я не знаю, что здесь в Ульяновске. В смысле, ребята должны учиться по компьютеру или вживую с учителями? Вживую, точно вживую, лучше так. Потому что, когда по компьютеру, друзей нету, а человек останется такой пустой в сердце.